Поступил в ремонт вот такой прибор. Это фрезерное устройство для маникюрных работ. Проблема была в том, что двигатель вращался с какой хотел скоростью, в каком хотел направлении, жил своей жизнью. Ну, неисправность здесь была не очень сложной, просто был заменен драйвер управления TDA-5145, и двигатель начал уже нормально работать, как ему положено. Да, к чему это? У меня было несколько таких двигателей, они еще есть. Возможно, я их где-то применю. Я когда-то пробовал, нужна была сверлилка хорошая, искал схемы на такие трехфазные бесколлекторные двигатели в интернете. Там или очень заумно что-то, или очень простенько, что не давало мне уверенности в хорошем результате. Ну, а тут такая подвалила фортуна. Снять схему и посмотреть, как она работает. Возможно, что-то с этой схемы я возьму себе за основу, что-то доделаю под свои двигатели и все же их пущу в дело. Ну и заодно вам, кому там пригодится. Сейчас я сделаю небольшой обзор этого устройства. Возможно, кто-то будет даже ремонтировать вот этот фрезер ProMed 3020. Правильно прочитал? Неправильно? Не знаю. Ну, я в ссылке оставлю. Значит так. Он состоит, прибор, с трех, собранный, прибор собранный на трех платах. На первой плате, условно говорю, первая плата. Здесь управление. Управляет закрепленная ручка, резистор управления. Да, еще что не забыл. Здесь установлен геркон. Там на схеме будет показано, но вот он здесь стоит. Индикатор. Под индикатором здесь микросхема индикации и измерения. Также операционный усилитель, включенный в мост. Ну, все там будет видно на схеме. Это на этой плате. Ну, конечно, стабилизаторы. Плюс-минус 5 вольт. На второй плате предохранитель, вход сетевой, трансформатор, достаточно хороший трансформатор, мост, конденсаторы стабилизатором и сами стабилизаторы. Это на TDA-2030, это 15-вольтовый, это минус 15 вольт. Ну и драйвер двигателя. Здесь он немножко почернел. Это не от того, что он так тяжело здесь работает. Проблема в том, что его так приклеили, что еле отодрал. Пришлось отрезать ножки. И ж потом, даже вот тут, если внимательно посмотреть, пришлось даже шелкографию с маской снимать его. Настолько они приклеили его. Ну, аппарат достаточно качественный сделан, тут ничего не скажешь. И плата коммутации. Плата коммутации – это выход на двигатель отсюда. Сюда же подключается управление. Здесь есть микросхема. Управление, к сожалению, не принесли. Что там, педали, ручки, не знаю. Этого ничего не принесли. Значит, вот такое устройство. Сейчас я вам пока в разобранном виде здесь покажу, как работает этот двигатель. А потом будем смотреть схему. Значит, включаем. Включили по нолям. Не знаю, насколько вам видно. Так, включаем. Все.
начинает вращаться двигатель. Это максимально. Можно плавно регулировать. Встал. Здесь переключает рельс. Уже вправо. Показания здесь я не знаю. Соответствует оно скорости вращения вала? Нет. Я не измерял. Да у меня нечем его измерить на сегодняшнее время. Да, что здесь еще можно посмотреть на индикаторе? Высвечивается сразу знак руки. Значит, туда, если подключить плате коммутации, так я ее назвал, наверное, этот знак уйдет, будет какой-то другой. Но пока так. И вот направление у нас можно переключать влево. И сейчас включим вправо. Вот он. Вверху вправо, внизу влево. Все, как это реализовано, будем смотреть на схеме. Выключаю. Предлагаю для рассмотрения очень интересную схему управления бесколлекторным трехфазным двигателем. Устройство собрано на трех платах. На первый, как видим, это блок индикаций и управления. На второй плате блок питания и система управления двигателем. И третья плата это коммутация подключения внешнего подключения. Быстрее, что там подключалась педаль. Ну и разъем на выход подключения двигателя. Посмотрим, что на каждой плате установлено. Начнем с блока питания. Напряжение 220 вольт подается на трансформатор ТВ1. С него через предохранитель на диодный мост, сглаживающий конденсатор С1. Отсюда подается на питание регулятора напряжения У2 и стабилизатора напряжения на 15 вольт N4. В средней точке конденсатора С2 В2. Диод В3, сглаживающий конденсатор С3, подключен стабилизатор напряжения отрицательной полярности. 15 вольт подается на стабилизатор В2R22 конденсатор C17 5 вольт и минус 5 вольт R23 V2C21. Это питание нужно для запитки микросхемы ICL7106. 5 вольтами еще запитана микросхема CD4070. Операционный усилитель TL082 плюс-минус 15 вольт. Регулятор напряжения U2 регулирует напряжение на выходных каскадах микросхемы драйвера двигателя N3. Систему управления двигателем можно разбить на части. Это формирователь напряжения работы двигателя. Выводы 1, 2, 5, 6, 24, 23, резисторы R27, R28, R26, переключатель направления вращения двигателя R30, D10, T3, R38 и вывод 10 микросхемы. Преобразователь частота напряжения R11, вывод микросхемы 11, конденсатор 14, защитный диод V8, R12, T1, C20, R13, резистор P3. Регулятор напряжения выходного каскада микросхемы собран на микросхеме TDA 2030 U2, R9, R8, R10, конденсатор C9 и выводы 7 и 8 микросхемы. Драйвер двигателя N3 TDA 5145. Биполярная интегральная схема используется для управления трифазными двигателями. Работает она без датчика положения ротора. Используется метод измерения обратной ЭДС. При этом обеспечивается оптимальная коммутация, независимо от типа двигателя. Функционально заложена возможность этой микросхемы останова, сброса и выбора направления вращения вала двигателя.
Максимальный выходной ток этой микросхемы 2,5 ампера, напряжение до 18 вольт. В ней также предусмотрена тепловая защита. Контроль оборота двигателя осуществляется следующим образом. Наведенный ЭДС при пересечении нуля на обмотках двигателя используется как датчик скорости. Через резисторы R27, 28, 26 подается на вывод 26 микросхемы. Каждое пересечение нуля в обмотке двигателя, соединенной звездой, используется для переключения выходного сигнала FG, вывод 11, в импульсе с частотой, равной половине частоты коммутации, подаются на T1. Напряжение на конденсаторе C20, подключено к эмиттеру транзистора, изменяется пропорционально скорости двигателя. Через резисторы R13, P3 подается на 31 вывод микросхемы U5 для отображения на индикаторе скорости и на вывод 5 через резистор R6 операционника. N1-2 регулирует в небольших пределах напряжение на входе стабилизатора U2. Направление вращения двигателя определяется состоянием на 10-й выводе микросхемы TDA5145. Резистор P2, средний вывод, является датчиком переключения направления вращения двигателя. Если движок опустится вниз, на базе будет минус, транзистор закрыт. На 10-м выводе будет высокий уровень напряжения. Направление вращение не изменится. Если этот резистор будет подниматься вверх и от середины и выше, здесь будет положительное напряжение. Транзистор откроется. На 10-м будет 0. Микросхема переключит в реверс. Двигатель будет вращаться в противоположную сторону. Одновременно с переключением реверса идет индикация на индикаторы. Для этого формируется 0 единица на транзисторе T2. Напряжение подается через V8 R29. При положительном напряжении транзистор откроется, на коллекторе сформируется логический 0. Если транзистор закрытый, будет логическая единица. Логика на микросхеме DD2 подключена к выводам индикатора, будет отображать надписи «лево» или «вправо». Регулировка скорости оборотов двигателя тоже регулируется тем же самым резистором P2 и подается на мост D6, R5, R1, R4, R2, в диональ которого включен операционник N1.1, и с выхода его поступает на вывод управления U2. Такая схема немножко усложнена. Объясняется это тем, что для управления регулятора напряжения U2 он управляется только положительным напряжением. А у нас движок может принимать как отрицательное, так и положительное состояние. Для этого введен этот мост и операционник. И как бы мы ни меняли вверх или вниз, здесь потенциал был положительный или отрицательный, на выходе операционника здесь будет всегда положительное напряжение. Очень интересная схема. Просто одной ручкой индикация и скорость, все на одном резисторе. Дальше напряжение с регулятора на первую ножку из микросхемы U2. TDA2030, напряжение подается на выходные каскады, выводы 7 и 8. Еще хочу обратить внимание на эту цепь D12, V8 и геркон. В среднем положении этот геркон закрыт, и он блокирует вывод управления стабилизатором напряжения через диоды, геркон и на землю. При движении ручки резистора P2 вверх или вниз, этот геркон размыкается.
индикаторная часть собрана на микросхеме ICL-7106. Никаких тут таких отдельных нюансов нет. Все это рассмотрено в литературе много раз, так что повторяться здесь нечего. Дополнительная информация на сайте Радиоблог. Ссылка под видео. Так, ну и тестируем данное устройство. Включаем. Так, на больших оборотах. Отлично. Не садится ничего. А сейчас. И в эту сторону. Самое главное, посмотрю, как на малых оборотах едет. Вот приблизительно так. Двигатель достаточно хорошо держит обороты. Так, еще. Хороший фрезер. Все же буду брать за основу эту схему, и по ней можно работать. Хорошая штука. Ну все, ребята, всем удачи.